Итак, хотел один эксперимент провести. Как я уже показывал в какой-то из серий, либо в это я еще не монтировал. У меня, значит, есть мега броня, которая очень сильно повышает навык тяжелой брони. Перчатки, которые добавляют 47 урона оружием одноручным. Такие же ботинки немножко меньше дают. Мой косяк, надо было каждое оружие отдельно чарить. Ну и, допустим, щит, неважно, серебряное кольцо, еще одно серебряное ожерелье, тоже немножко хуже на 7%, тоже мой косяк. Вот, и, собственно, оружие. У меня есть вот такие вот мечи. Вот, двуручный и, собственно, обычные. Что, в принципе, я хочу сделать, это я, наверное, вот у меня навык тяжелой брони аж до 200 поднятый. И я вот что думаю, я его сброшу. И щит сброшу. А хочу выучить двуручное оружие. Выучу его на максимум. Что у нас тут? Секиры. Такие удары. И, кстати, я заметил, что вот у меня одноручная, значит, меньшая зачаренная, но в итоге выходит, что дайдрический меч почти 400, да, добавляет атаки, а это обычный одноручный меч. А если взять двуручный, он добавляет в два раза меньше. Чё такое? Я предполагаю, что все дело все-таки в одежде. В сумме тут некоторые вещи дают чуть ли не 50% урона, да? Две вещи, допустим, 87. И кольца. 100... Сколько? 140... 135, да? 175% сверху накидывать. Поэтому такая разница. Вот, и что я хочу сделать? Я хочу, собственно... Хорошо. Что именно? Что тебе нужно? А? Не-не-не. Тебе все еще что-то нужно от меня? Я прямо за тобой. Да, я хочу обменяться с тобой вещами. Я с радостью принесу твою ношу. Насколько знаю я, у нее больше идет способность драться на одноручном оружии. Вот. И я ей дам, собственно, то, что она хочет. Причем сразу два меча. Одежда, я ей дам весь свой комплект, включая дайдрический щит. И, соответственно, вижу. У нее, конечно же, заберу эбонитовый, чтоб меня не убили сразу. И, собственно, а это пускай это все остается. Хотя нет, заберу, потому что вдруг она их нечаянно оденет. Оружие она уже взяла себе, дайдрический меч один, второй не использует. Но у нее он всего лишь добавляет 145 атаки. Очень странно.
хотя на ней одеты все эти шмотки. Вот. Птичка летает. Одежда. Одену эбонитовую броню. И, к сожалению, у меня нету чарок на двуручное оружие, и проверить, сколько будет этого всего добавляться мне двуручного оружия. Но все равно мне интересно. Мне интересно посмотреть, как будет убивать всех мой телохранитель. Вот мы зашли. Хустан, или как она там называется. У меня явно атака упадет. Кстати, еще один есть классная вещь у двуручного меча, это то, что он может убивать сразу нескольких противников. Так, тут теперь главное глупо не умереть. Пас. Что-то не очень она его сильно пробивает. Хотя у нее очень мощный, зачаренный. Хотя нет, нормально так режет. Сильно. Упс. Лидия, спасибо, плиз. Ух ты ж, как интересно, если прокачать щит. То даже блокируя двуручным мечом, время замедляется, да? Блин, где тут выплыть? Очень странно, это какой-то баг. А, не, блокирование я ж не сбрасывал. Интересно. И вроде бы как я даже могу бегать с блокированным щитом. То есть это оружие двуручное рассчитывается так же, как и, собственно, как будто это щит. Я не знал. Я вот, в принципе, не почитал немножко навыки, да? Даже меня вот здесь больше интересует. Значит, здесь наносится на 100% больше урона, да, в два раза больше атаки, расходует меньше сил, 20 вероятность шанс крита, и что еще? Силовые атаки на 25% урона, с некоторым шансом могут отрубить голову, вы можете провести силовую атаку двуручным оружием в сплинте, нанося двойной критический урон. Силовые атаки двуручным оружием при движении в бок наносят урон всем противникам впереди вас. Интересная штука, но слишком агрит. Силовая атака при движении назад парализует противника с вероятностью 25%.
Вот. И, в принципе, это оружие бы очень много добавляло бы, если бы у меня было хоть какой-нибудь шмотка, которую можно разобрать, чтобы вытащить из нее чарки на двуручное оружие. Да, это все-таки не щит. Интересно, если бы леди крутой лук еще дать, как бы она шмаляла. Ладно. Попробую еще раз. Блин. Да, есть. Лидия Фас. Лидия. Заради прикола надо бы все-таки зачатерить себе шмотку, которая добавляет урон двуручным оружием, и зачарить себе всю броню. Так, 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 Лидия. Плыс, убей двоих. О, Лидия сейчас обоих тащит. Сейчас пройдем дальше.
забыл про капкан. Можно было, конечно, молот взять. Охренеть. Датский лучник. Ну ладно. Как-то так. Сейчас Лидия втащит. Кто-то меня видит, не пойму кто. Что тебе нужно? Ладно, понятно. Если бы можно было бы, конечно, дать Лидии два мяча, она бы меньше блокировала, больше бы дралась бы. Потому что по ХП она не проседает вообще, а вот с атакой у нее, конечно, проблемка.
Пелли. Подлез под стрелу. Ладно, это все интересно. Но сейчас кое-что другое сделаю. Нашел я в интернете такие интересные имперские наручи малой хватки. Не знаю, где они достаются, но у них есть зачарование на двуручное оружие, которого у них, собственно, не хватало. Надо будет, если буду проходить друг за двуручное оружие, то мне нужно будет где-нибудь найти эти перчатки, либо все, что связано с ними. Вот, потом, собственно, само зачарование, двуручное оружие, правда, прибавка всего лишь 40%. Я не уверен, что у меня... А, у меня куча великих камней. Но у меня, в принципе, нечего чалить. Вернее, есть чего. Сейчас что-нибудь сделаю. Насколько знаю, насколько понял я, смогу зачалить предмет до 47%. Итого будет предметов, по-моему, 2. Ой, 4. На 47%. Либо же начать на 40%. Если честно, лень мне сейчас бегать за банками, хотя, возможно, они у меня сейчас есть, я все-таки посмотрю. Зелье. Навык зачарования. Не знаю, сколько у меня их. В принципе, я могу их скрафтить. Чё так слабенько? Или так и было? Ладно. Предмет, зелье. Сейчас это зелье поставлю на какую-нибудь кнопочку, например, на двоечку. Я сейчас быстренько зачарю. Зря только потратил, да? Я все еще здесь. Мне ж нужно вначале обменяться вещами с моей Лидией. И дам ей свое, как я уже говорил. И свою одежду. А также ж... Это...
и это. Вот эти два кольца я зачетверил, но они не ломаются, и в принципе мне их надо вообще продать. Они не нужны. Я не могу с них ничего достать. Блин. Оказывается, я в неправильном шлеме был. И поэтому такие плохие у меня будут зачарования. Ну ладно, фиг с ним, неважно. Тогда пойдем. Итак, предмет. Золотое кольцо. Зачарование. Двуручное оружие. Камень душ. Великий черный. 46 пойдет. Так, предмет. Ожерелье. Зачарование. А что такое? А, двуручное оружие. Камень душ. Великий. Не успел. Предмет. Ожерелье. Зачарование. Двуручное оружие. Камень душ. Великий. Так, зачарование, двуручное оружие, предмет, перчатки, да, и сапоги. Хорошо. Зачарование. Двуручное оружие, предмет, перчатки, камень душ. Великий есть. Зачарование. Двуручное оружие, предмет. Сапоги, камень душ. Великий. Итак, есть, да? Одежда. Раз. Два. И получается оружие 581 урона. Это куда лучше, чем одноручный. Я тебя прикрою. Который я сейчас все равно заберу. Я с радостью принесу твою. Один у Лидии для сравнения. Потому что она один меч не носит. Оружие. Легендарный. Одноручный. Ой, сколько ж там было? Там было, по-моему, что-то в районе 400, потому что у меня сейчас не тот шмот, и поэтому не столько нет у меня атаки. А здесь вот видно, что больше намного, чуть не на 200 больше дамага. Пойдем потестируем. Если честно, вот не помню я, сколько было. Здесь еще не все выучено. А не выучено все потому, что я, в принципе, здесь
сбрасывал параметры, например, тяжелая броня. Я вот думаю, у меня есть еще такое оружие, как боевой молот, у которого вообще 600 атаки. Вот. Он игнорирует броню. Больше критов. Дополнительный урон открывать потери. Может, хватит и на то, и на то. Мне, походу, хватит и на то, и на то. Как-то так. Полетим все в тот же шпорт. Кто помнит, как я проходил лучником, в принципе, я убивал тут многих противников вообще с двух выстрелов из-под стелса. Я, конечно, не показывал рогу. Рога, по идее, должен вообще ваншотать. Но вот мне интересно, что из себя будет представлять двуручное оружие. Блин. Ну такое бывает. Блин, как же мне бесит этот стальные стрелы, блин. Главное, конечно, под удары не попадаться. Теперь просто интересно, если я поменяю ствол, как можно было заметить вот это дубинище по навыкам игнорирует 70% урона. Ой-ой-ой. Лидия. То есть по особо забронированным целям. Я должен вообще их практически ваншотать.
диафаз. Так можно даже воевать. Насколько я почитал про оружие это двуручное, оно имеет очень большой шанс сбить с ног. Особенно молоты. И если правильно ими пользоваться, то можно вообще не дать подняться противнику с ног. Лидия, вас. One shot. Я весь забронированный, на блин. Лидия, гоу. Сейчас я тебе дам пощаду. Попросишь еще пощады. Упс. Лидия, ну не гони. Упс. Так, в принципе, мне надо в предметы оружия добавить в избранное. Здесь мы его, это будет у нас двоечка. Это единичка.
сама. Так, поползем дальше. Что такое? Блин. Лидия вообще подставляет. Ладно, это все хорошо. Хочу попробовать повоевать против великанов. Что тебе нужно? Ладно, я ошибаюсь, или где-то здесь дракон про... Ага, дракон. Сейчас и тебе наваляем. Так, побежали за драконом. Если он нас, конечно, не убьет. Он пошел Вайтран убивать. Лидия. Я пока побегаю за ним, потом покажу, как я догнал. Не нашел я дракона. Испытаем Лидию против магов. Ух ты. Что
Так, я нашел дракона. Немножко не вовремя. Включился, ну ладно. Сейчас загружусь. Я предполагаю, он еще там. Это было... А где же это было? Да нет, не здесь. Все равно было видно, да, что в принципе таких мощных противников, как, может, все-таки пик древних, великан убивает с двух ударов. На уровне сложности легенда. Легендарный. Вот крыса сел на камушек. К сожалению, мне надо прятаться от него. Да блин, ну почти ж убежал. Если честно, у меня, будучи танком, шансов было больше. Потому что... Я мог подбежать и лупануть ему. По лицу щитом. Да ё-моё. Я выжил? Странно. А, он переагрился на Лидию. Это хорошо. Морозный дракон. Это, конечно, не древний. Лидия уже начинает нормально раздавать. Ну вот и все. И убил тупого тролля. Вот что значит сила двуручного оружия. К сожалению, мне больше все-таки по душе двуручный меч, хоть он и имеет меньше атаку. Но он как-то красивее выглядит. Не уверен я, конечно, что таким же темпом убью драконов, как только что убил с помощью двуручной дубины. Но все равно, мне кажется, он достаточно эффективный.
Так, чтобы еще тут такого зачистить, чтобы посмотреть. Хочется, конечно, наверное, каких-нибудь, опять же, такие мощных противников. Тут есть мамонты и великаны. Лидиафас. Ну да. Великану пофиг, какой у тебя двуручный меч. Так, у нас тут еще есть мамонты. Остались. Мамонты вроде бы как мирные, и вроде бы как если я подкрадусь к нему сзади, а я не подкрадусь. Да, я, наверное, не подкрадусь. Да. Хотя я думаю, если бы я немножко прокачал, допустим, скрытность, то в принципе можно было бы и как бы играть немножко скрытно. Куда ты побежала? Непонятно. А, дракон. Еще один. Так, где там дракон был? А, вижу. Это какой-то жесткий. Это Алдуир, блин. Это походу Алдуир. Я так понял, он воскрешает какого-то дракона. Быстренько.
Вот и все. Алдуир, то же самое будет и с тобой. В общем, смотрите на свое усмотрение. Нравится ли вам бой с помощью двуручного оружия? Либо все-таки предпочитаете луки? Ну, как я уже говорил, магией такого сделать невозможно. Увы, магия здесь бьет очень мало. Она эффективна только... Побить, побить. Магия здесь эффективна только на легком уровне сложности. В противном случае... А что это за... такой дядя? Высокий эльф. А это кто? Все, отстань. О, так что играйте на свое усмотрение. Есть еще вариант, который я покажу позже. Это бой на двух оружиях. Но там есть один нюанс. Во-первых, их сложно постоянно переключать. Но, конечно, урон там очень большой. Два одноручных оружия, если прокачать ветку навыков. Одноручное оружие и влезет увеличить скорость и мощность атаки, то там просто адский дамаг идет. Особенно в парочке с скрытностью, где в принципе можно сделать пятикратный урон кинжалами, а кинжалы, кстати, тоже оружие одноручное считается. Вот плюс еще, естественно, можно взять, по-моему, штаны или что есть в Айтране, которые берутся в гильдии убийц. Вот эти вот перчатки, которые удар в спину наносят вдвое больше урона. То есть уже получается не 15-кратный, а 30-кратный урон. 30-кратный урон, кстати, напомню, что это игра на уровне сложности легендарный. Вот, а 30-кратный урон, конечно, это сильно, с учетом того, что оружие очень сильно заточено. То есть там практически ваншот любого противника, включая великанов. Если подойти со спины и закритовать, то я думаю, да, с учетом того, что я где-то в районе 50 уровня, я думаю, будут ваншоты против великанов. Ну а так посмотрим, потестируем. Все, на этом я серию заканчиваю. Всем пока.